И сейчас ко мне в студии присоединяется сама королева марафона Марина Ковалева. Добрый вечер, Марина. Разрешите поздравить вас с этой блистательной победой. Добрый вечер. Спасибо большое за поздравления. Марина, вы были настроены только на первое место. Победа была нужна лично вам или хотели сделать подарок городу? Да, я была настроена на первое место. Другое абсолютно не устраивало. Изначально с первых метров дистанции пыталась вырваться в лидеры. Но это удалось к 13-му километру, потихоньку наращивала отрыв, ну и на финише не дала соперницам себя догнать. Сложно было? Вот вы жаловались на сильный ветер. Да, ветер очень много сил забрал. Именно вот старт был против ветра, когда мы бежали в Нефтянике. И ну, тогда еще пока со свежими силами с ним можно было бороться. Но когда на набережной развернулись и оставалось до финиша 10 километров, это было очень тяжело. И бороться с ветром, который ничего не защищало, ни дома, ни деревья. И с нарастающей усталостью приходилось бороться. Ну, когда вы уже бежали мимо домов, то тут вам было вдвойне, наверное, полегче, потому что люди из окон кричали, подбадривали вас. Вот это как-то придавало вам сил? Да, это очень помогало. Люди действительно, зрители стояли практически по всей трассе, из окон кричали. Но вот единственное, когда вот добежала до Кристалла, количество зрителей оказалось очень маленьким. Обычно во все года нефтяники славились количеством, а здесь, к сожалению, их было меньше. Ну, по крайней мере, ваши родные-то Полтавки все, наверное, у телевизоров смотрели за марафоном. После того, как вы победили, сразу же, наверное, начались звонки. Родные, друзья, родственники все бросились поздравлять? Да, я до сих пор отвечаю на сообщения и на звонки. Все звонят, поздравляют, очень приятно. Вы уже не первый год участвуете в Сибирском международном марафоне, в 2010 году уже побеждали. И вот с годами как-то меняется в лучшую сторону организация, трасса. Вот, к тому же вот вы участвуете в марафонах за рубежом, вот в аналогичных всех вот этих спортивных мероприятиях. Вот на их фоне наш СИМ как смотрится? Достойно? Ну, Омск всегда славился хорошей организацией марафона. Трасса постоянно меняется, когда в лучшую сторону, когда чуть в худшую, но вот в этом году трасса хорошая. Ну, есть там небольшие, все дороги отремонтированы, большая часть трассы проходит по свежему вообще асфальту, это как в Нефтяниках, по набережной, в центре, очень хорошо бежать. Ваши дальнейшие планы, что будете отдыхать, тренироваться, может, еще куда-то на состязание уже готовитесь поехать? Ну, пока я отдыхаю после марафона, у меня подготовка была весьма тяжелой. Получилось 3 марафона за 3 месяца пробежала. Сейчас просто нужно отдохнуть. Что за марафон? Ну, вот бежала чемпионат России 1 мая в Волгограде, затем 3 июля «Белые ночи» в Петербурге. Ну и вот в СИМе участвовала. Спасибо, Марина. С нами была Марина Ковалева, победительница Сибирского международного марафона 2016.